Мирьям Узерли, сияющая в образе Хюррем Султан, которого она дала жизнь в сериале «Великолепный век», ознаменовавшем собой период, давно не появлялась на экранах. Мирьям Узерли родила дочь Лару Аджан Атеш в 2014 году и младшую дочь Лили Кой в прошлом году. Актриса, которая была в повестке дня своей недавней потери веса и эстетическими операциями, потрясла социальные сети своей окончательной формой. Недавно Узерли стала лицом российского косметического бренда. С другой стороны, число, которое выиграла Мирьям Узерли, оставило их рты открытыми. Прекрасная актриса Мирьям Узерли сделала себе имя благодаря персонажу Хюррем Султан, которому она дала жизнь в сериале «Великолепный век», который ознаменовал период. Узерли, долгое время отсутствовавший на экранах, недавно снялся в фильме 2019 года «Кован». Продолжая свою жизнь в Берлине, столице Германии, об Узерли часто говорят за кулисами журналов, как о его карьере, так и о личной жизни. Хотя Узерли находится далеко от экранов, он часто фигурирует в повестке дня своими сообщениями в социальных сетях. 38-летняя Узерли родила дочь Лару в 2014 году и Лили Кой в прошлом году. Известно, что вторая дочь Мирьям Узерли – американская любовница отца. Отцом 7-летней дочери Мирьям Узерли является Джан Атеш, с которым она жила некоторое время. Недавно Мирьям Узерли стала лицом российского бренда. Цифра, которую Мирьям Узерли выиграла в обмен на рекламу, снятую в Дубае, оставила их рты открытыми. Утверждалось, что Узерли заработала 1 миллион долларов, примерно 18 миллионов турецких лир. Узерли, который также поделился кадрами из рекламы в своем аккаунте в соцсети, получил за это дополнительные 100 тысяч долларов. С другой стороны, в интервью журналу MAG Узерли сказал: «Для меня было честью сыграть исторического персонажа, который действительно жил в прошлом, для Хюррем Султан, которую он сыграл в «Великолепном веке».